одежда и Сталина, Эстония спрашивает. Если Каббала – это наука, будет ли она дальше развиваться? И есть ли для Каббалы нераскрытые тайны? Для Каббалы нераскрытых тайн нет. Есть для человека, который занимается Каббалой, нераскрытые тайны, в той мере, в которой он вошел в духовный мир, он знает. В который еще не вошел, он еще не знает. И у меня существует тот порог, до которого я дошел по этой лестнице, и пытаюсь подняться и дальше, и дальше, и дальше. Но выше того порога, где я нахожусь, я не знаю. Я могу предполагать на основании предыдущих своих открытий, так сказать, духовных для себя, которые я сделал в себе, что же там дальше, наверное, будет. Но это ненадежное вообще и правильное средство таким образом прогнозировать, потому что духовные ступени, они поражающе отличаются друг от друга, и каждая следующая ступень, она просто новый, огромнейший и чудесный, и абсолютно внезапный мир.